Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу супер офигенный скрипт для Skydive of a Tower. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и, в принципе, можете выходить с него. Далее заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита. И скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Далее, после того, как скачали какой-то чит, в поиске пишем Skydive of a Tower, нажимаем поиск. И есть пока что один скрипт, а больше я, к сожалению, не нашел, но это самый офигенный скрипт, который существует на этот режим. Значит, этот скрипт вам за каждый ваш совершенный полет прибавляет 1 миллиард денег. Также сейчас я это покажу, как это работает. Значит, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется такой скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Отлично. Дальше заходим в игру. Открываем чит. Чит вставляем в скрипт, заходим в настройки и желательно включаем DLL от CRNL, потому что с CRNL намного больше и лучше работают скрипты. Также напомню то, что CRNL используется с ключ-системой. Дальше возвращаемся обратно. Так, нажимаем Inject и ждем, пока заинжектимся. Ключ я уже сегодня получал, у меня его не просит. Ключ нужно получать раз в день. Ну, в принципе, я думаю, там разберетесь. Сложного в получении ничего нету. Все, у меня получилось заинжектиться. И теперь смотрим. Нажимаем на кнопочку Xcode. И все, что вам остается сделать, это просто совершить какой-то полет. То есть бежим сюда. Начинаем лететь. И внимательно смотрим. Как видите, мне прибавился 1 миллиард. И вот так каждый раз, когда я буду летать, мне будет прибавляться по 1 миллиарду. То есть, независимо на какое расстояние я лечу, мне все равно будут прибавлять 1 миллиард. То есть, даже если я сейчас намного меньше пролечу или так же, мне также прибавляют 1 миллиард. Как видите, это все отлично и прекрасно работает. Также эти деньги полностью настоящие, вы их можете тратить. Допустим, прокачивать этаж. Как видите, прокачивается, все покупается. Деньги также тратятся у вас. То есть это все настоящее, все работает. Также можно улучшать джетпак. Давайте улучшим на максимум, сколько у меня хватит. Давайте посмотрим. Так, ну уже 10 уровень, отлично. Долго, конечно, прокачивается, но ладно. И смог я его прокачать, получается, на 17 уровень. И давайте посмотрим теперь, на какое расстояние я пролечу. Нифига себе, я скорость набрал. Офигеть, смотрите, на какое расстояние я пролетел. Жесть. Только я не заметил, мне 1 миллиард начислился или нет. Давайте еще раз пролетим. Ну, по-моему, начислился. Как видите, да, 1 миллиард начислился, но я в этот раз намного меньше пролетел. Деньги, еще раз повторюсь, то, что полностью настоящие. Зарабатывайте сколько хотите, тратите сколько хотите. Также здесь есть функция автополета. Давайте проверим, как она работает. То есть вы можете использовать этот скрипт, допустим, включить вот эту кнопочку автополета, и у вас персонаж автоматически будет зарабатывать каждый раз за каждый полет по 1 миллиарду денег. Это просто супер круто. То есть в этот момент вы можете пойти себе, там, допустим, чай сделать или покушать, погулять, компьютер оставить рабочим, ну то есть в рабочем состоянии, и тем самым нафармить очень много денег. И дальше, если хотите, можете уже без чита играть. Вот, ну, в принципе, вот такой крутой скрипт сегодня я для вас нашел. Буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Избан. Всем удачи и пока.